Мы были в школе News Old Boys в Росарио, которая Месси выпустила, но в Буэнос-Айресе есть школа, которая по продуктивности не только может сравниться, а даже в чем-то и превзойти. Это Аргентинос Хуниорс. Молодежь тренируется. Отсюда вышел Диего Марадона, отсюда вышел Редондо, отсюда вышел Калачини, Камбьяса. Очень много футболистов известных. Тренирует начальник этой школы Фернандо Батиста, брат Чичо Батиста, чемпиона мира 86 года и недавно еще возглавлявшего сборную Аргентины. Вот эти люди, которые у меня за спиной играют, многие из них уже привлекаются к тренировкам с основной командой, и некоторые уже даже играли в составе основной команды. Так что я почти уверен, что кто-то вот из этих ребят, которые бегают у меня за спиной, будут в сборной лет через 5.